Детское радио. Детское радио. Радио. Знакомство. На следующее утро юный Гивей проснулся, выпрыгнул из коробочки и стал исследовать комнату. Не бойтесь клейкой лужицы, я не из фильма ужасов. Я мальчик гутоперчивый, проснулся поутру. Я сам из Амазонии, деревня Сиротулья, Туалу Звейгебей, которая в Перу. Туалу Звейгебей, Сиротулья, туда, куда хочу, попаду ли я. Туалу Звейгебей, друзей, да смогу ли я? Смогу ли я? Гивейчик лазил повсюду и все дверцы открывал. А Галин хомячок Персик, который жил на полке в коробочке с прутьями, удивился и сказал: это что еще за лысое чучело к нам приехало? Сам ты лысое чучело! Огрызнулся человечек. Он еще и грубит? Рассердился Персик. Он еще обзывается? Какая-то желательная резинка смеет голос повышать? Хомяк стал трясти прутья своей коробки. Пустите меня! Держите меня, Петер! Я ему покажу! Я его в шарик скатаю! Я из него мячик сделаю! Обычно хомячок не бросался словами. Он их экономил. Но сейчас он был так рассержен лысостью Гивейчика, что забыл об этом. Держите меня, Петер! Вопил хомяк. Я ему покажу! Не держите! Сказал клейкий человечек. Я сам ему покажу. Хомячок тряс свою клетку так, что из нее сыпался мусор. Вообще-то у него давно был прогрызен тайный ход, по которому он лазил воровать печенье, но он не спешил навстречу к новичку. За их конфликтом внимательно наблюдала кошка Аська. Это была персидская кошка с такой приплюснутой мордочкой и с голубыми глазами. Она всегда очень внимательно следила за всеми перемещениями хомяка. Она говорила всем: мы предки из Ассирии, только они оттуда ушли. Почему? Спрашивал потрясенный персик. К ним плохо относились, им не давали есть на золоте. Но кое-какие связи у нас остались. Аська была очень коварная. Она все время просила: Галя, Галечка, дай мне персичка на 5 минут. А зачем? Я буду с ним играть в кошки-мышки. Но Гале читали Маршака, и она прекрасно знала, что бывает, когда тетя-кошка приходит нашу деточку качать. И она ей так по-взрослому все время отвечала: и не мечтай. Тем временем хомячок все больше горячился. Жаль, что я не могу выйти из этой клетки! Держите меня, шестеро! Но выходить он совсем не собирался. Тем более, что Гивейчик схватил на столе заточенный карандаш и держал его в боевой готовности. Так я тебе помогу! Сказала коварная Аська и отодвинула задвижку на клетке воинственного персика. Совершенно без всякой охоты, очень медленно, персик отправился на страшный бой. Гивейчик, использовав карандаш как шест для прыжков, перепрыгнул хомячка и ловко сел на него верхом. Поехали! Персик затих.
Ладно, сказал он. Я не буду делать из тебя шарик, а то лапки прилипнут. Он быстро смотался в свою коробочку, ловко захватив кусочек печенья на столе, и сам за собой задвинул задвижку.